25 апреля президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял специального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Хаваева. Сообщается, что на встрече были обсуждены вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, делимитации и демаркации границ, подготовки мирного договора между двумя странами на основе 5 принципов, предложенных азербайджанской стороной. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что определен состав азербайджанской делегации по подготовке мирного договора и Национальной комиссии Азербайджана по делимитации и демаркации границ между двумя странами, отметил готовность нашей страны к переговорам с Арменией. В ходе беседы состоялся обмен мнениями по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.